Всем привет! Вы на канале Мистер Зайка, и сегодня у меня видео про мою коллекцию уаков. Уаков у меня 9. Можно сказать, один не удался, потому что он просто ужасный. Просто ужасен. Да. А им говорить-то и нечего. Но давайте начнем сначала с удачных уаков, а потом приступим к моему самому ужасному лаку. Давайте приступим. Это мой первый лак. Сделаю прививку. Ну, если честно, он мне не так сильно нравится. Но все равно он выглядит красиво. Но то, что мне не нравится в нем, это то, что я тут реснички нарисовал, а с другой стороны не нарисовал. Это, то есть красная сторона это девочка, а зеленая сторона это мальчик. Ну, потом, может быть, реснички подрисую, но я пока не хочу. Потом. Все потом. После того уака я сделал вот такой вот, такую ящерку. Если честно, она вот из таких вот, ну, как бы серебристых уаков, она мне нравится больше всех. Я не знаю почему, но она выглядит красиво. Тут у нее реснички есть. Тут тоже видно чуть-чуть, вот. Вот, там реснички у нее. Вот такая вот милая ящерка, она мне нравится. Ее зовут Артём. И она такая прикольненькая. Она будет участвовать в следующем сериале. Следующий уак, вы, наверное, его видели в одном сериале. Очень странная болезнь. Ну, этот уак, он постоянно за кем-то следит. Я ему подкрасила так глаза, типа он их щурит. Вот такой вот миленький уак. Мне нравится, но он не очень мне так нравится. Вот тут на КПС даже не просветился, оказывается. Ну, он мне нравится, хотя он не так сильно мне нравится, как вот та ящерка. Ну, как я сказала, эта ящерка получилась у меня лучше всех. Вот. Ну, давайте приступим к следующему лаку. Вы спросите меня, почему, ой, я делал лаки в каких-то зеленых, что ли, зелено-красных тонах, потому что другого лака у меня не было. Да, то есть сначала я только вот этим-то и красил. Потом мне нашла идея такая, то, что когда я буду снимать следующий сериал, она мне понадобится, вот этот лак. Он с закрытыми глазами. Она постоянно спит и постоянно падает. То есть, например, она идет вот так вот, идет, упала. Почему я именно ее взяла? Потому что все остальные более-менее нормально стоят. Я не мог бы, к примеру, в мою ящерку взять, она вообще не падает. То есть она падает, но на видео она бы никогда не упала. То есть куда бы она никогда бы не упала. Вот. Он мне нравится, хотя я ему, может быть, даже сейчас подрисую носик. Да, прямо сейчас, после этого видео, ему носик подрисую. Он будет выглядеть намного лучше. У него тут такие вот всякие разноцветные штучки. И он мне очень нравится. Давайте приступим к нашему следующему лаку. Я думаю, этот лак видели тоже многие, потому что я его делала, ну, как бы под видео, то есть у меня даже есть видео про лак, как вот это сделать. Я его делала, он мне понравился довольно-таки. Это подделка. Остальные были оригиналы. А я еще украшу пэтов, в которых снимается голова, потому что, ну, они мне не очень нравятся. То есть идет, бамс, такая голова отвалилась или бамс упал куда-то. Мне такие пэты не очень нравятся. Поэтому я хочу их красить.
Сейчас я покажу вам следующую акку и приведу пример. Этого голова вращается без звука. А я покрасил следующего поэта, и у него голова вращается очень противно. Давайте к нему приступим. А вот и мой ак. Да, этот ак у меня вышел лучше всех. Он мне нравится. Это Зима. У нее тут все такое вот разноцветненькое. Ну, конечно, не разноцветненькое. Она бело-голубая, такая в зимних тонах. Вокруг глаза у нее тут снежинка. Этим глазом у меня тоже снежинка. Сначала я хотела над этим сделать, но потом передумал. И покрасил ей вот тут вот еще такие вот ушки. На камеру это не хорошо, не так себе видно, но я сейчас покажу. Постараюсь показать. Минуточку. А как вы видите, на ушках у нее тоже типа снежинки. Я пытался снежинки нарисовать, но у меня как-то не очень вышло, поэтому вот так. Вот, сейчас я попробую повертить ему голову. Сейчас. Вот, слышно, надеюсь, на камеру, как... Вот, как у него голова шумит. Я вот на таких вот пэтах крашу, потому что мне их не жалко. Хотя это было довольно-таки жалко. Но поскольку у нее вот так вот голова вращается, поэтому мне ее не жалко совсем. Давайте приступим к следующему аку. Это довольно-таки миленький зайка, у которого в глазах блики розовые сердечки. Вот так вот они выглядят. Он выглядит довольно-таки мило. У него в ушке блестки, как многие могут заметить. И вот такой вот тут узор. У него длинненькие реснички, волосы желтые. Сзади он выглядит довольно-таки мило, хотя там почти ничего нету. Пузико и лапки у него голубые. Вот так. Такой вот миленький уак. И этот уак делала моя мама. Точнее, тут почти все мои лаки, то есть всех, которых я перед этим показал, это делал я. И следующий лак тоже буду делать я. Только вот этот вот лак делала моя мама. И он очень мне нравится. Да. И последний лак, это вот такая вот птичка. У нее разные узоры. Тело у нее покрашено в белый цвет. Тут у нее разные такие вот пятнышки интересненькие. Она мне довольно-таки нравится, очень даже милая. Тут у нее чуть-чуть это, но я считаю, то, что это даже сюда как раз входит. Но не видно так. Так вот, если честно, не видно. У нее клюв разноцветный. Глаза я не стала ей перекрашивать, потому что это... Единственный мой пэт с такими вот желтыми глазами, и мне его было очень жалко перекрашивать в другой цвет глаза. И поэтому я оставила его вот такого вот цвета. Тут я ему тоже приклеила такие вот штучки, блестки разные. И тут. Все остальное я нарисовал. Давайте приступим к моему самому ужасному уаку. А вот и мой ак. Конечно, этот пэт мне вообще не нравится. Я даже не знаю, он просто ужасный. Он мне не нравился, когда я его покрасил. Я думала, что я его покрашу, и у меня все будет нормально. Но, как вы видите, я ему на эту желтую лапку заехала. У него лапа эта отрывается. На хвосте вот был красный, у него все слезло тут. Облезла, реснички просвечиваются, ушки ужасные, в глаз я заехал, сюда здесь ресничек нету, тут вообще мои следы, просто тут не видно, тут мои следы вообще идут, да, тело я его не покрасил, я его потом забросил, потом начал красить тело, потом у него начала отваливаться вот эта вот нога. Я перестала его красить и... Фу.
Это самый ужасный ок из моих пэтов. Хотя пэт мне тоже не нравился. Ой-ой-ой-ой-ой. Но теперь, как вы видите, я вряд ли поменяю его вот с такой вот неполадкой. И весь он просто ужасен. Глаза ему не перекрашивал, в этот вообще залез. Не знаю, просто ужасный ок. Такие вот уаки у меня сегодня. И как вы видите, я не покрасила ни одной кошки. То есть тут кошек вообще нету. Есть вот одна собачка, и она мне не очень нравилась. Ее обменял только потому, что я раньше любил, когда у них голова отрывается. Сейчас я не люблю. И мне это вообще не нравится. Вот такая вот коллекция уаков. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мистер Зайка. Всем пока-пока!